Привет, друзья! Наконец-то появились изображения набора Hulkbuster Ultron Edition. Это второй коллекционный набор UCS за всю историю Marvel Super Heroes. Набор под артикулом 76105 будет стоить $120 США и 130 евро в Европе. Продажа он будет с 3 марта, в нем 1363 детали. И давайте посмотрим, сколько он будет в высоту, 25 сантиметров. Помимо Халкбастера будет платформа, размер которой 19 на 21 сантиметр. Давайте смотреть на набор и разбираться, так ли он плох, как писали некоторые фанаты Лего еще до выхода официальных изображений. Прежде всего хочется сказать, что в наборе будет эксклюзивная фигурка Железного Человека в броне Mark 43. Я не могу сказать, что она лучше той, например, которая будет в Войне Бесконечности. Да, она простая, да, смотрится гармонично, в общем, это просто Железный Человек. Сразу по коробке обратим внимание, что набор включает светящийся кубик Лего, который будет установлен в грудной клетке. Давайте смотреть на набор. Честно говоря, не знаю, насколько он хорош. Мне, например, чем-то, даже пока не знаю, чем, ногами может, модель не очень сильно нравится, но тем не менее глупо отрицать, что это реально детализированная и проработанная модель, над которой старались. Если вы фанат Железного Человека, то, конечно, я думаю, каждый из вас мечтает получить себе в коллекцию такую гигантскую модель, учитывая, что здесь помимо самой модели, существует много различных дополнительных опций для того, чтобы имитировать то, как ее собирать. Есть, конечно же, сменная рука, скорее всего, вторая как раз будет обладать орудием для того, чтобы вести огонь. Огнетушитель, вы можете по нему понять, что набор выполнен не под размер с мини-фигуркой. По бокам на платформе будут установлены такие металлические конечности, которые нужны для того, чтобы, например, менять руку Халкбастера с обычной на той, где установлено орудие. Также, конечно же, набор UCS, и поэтому большая наклейка с надписью Mark 44 Халкбастер. В комплекте броня Mark 43, а это, то есть, уже на модель повыше. И как раз Железный Человек в модели Mark 43 собирает Mark 44. Также здесь вы видите экраны, на которых, скорее всего, и установлена Вероника. И помимо этого, стоит отметить, что есть платформа, на которой различные дополнительные снаряжения Железного Человека. Какая-то машинка. Кто знает, пишите, что это. Модель, конечно же, имеет большое количество наклеек, и голова снимается для того, чтобы вы внутрь могли разместить фигурку Железного Человека. Стоит также отметить большую деталь с головой Халкбастера, это наверняка эксклюзив, и смотрится она, конечно же, здорово. Вот здесь, например, есть еще картинка, где он стоит в позе, которая как раз показывает то, что он готовится атаковать. Уже модель полностью готова к боевым действиям. Вот здесь он смотрится реально неплохо. Ну и, конечно же, стоит отметить детализацию. Неважно, там пропорции, не пропорции, детализирован хорошо. Сзади, спереди, сбоку, руки детализированы хорошо. В общем, набор UCS. Странно было бы, если бы что-то было не так. Руки с помощью шарнирных соединений легко можно снять. Ну а, конечно же, в середине кисти вот так установлена деталь, которая символизирует импульсы, которые как раз и выпускает Железный Человек из руки. К модели можно относиться, конечно, по-разному, но то, что это интересный, необычный продукт от компании LEGO, это точно. Мы имеем уже два Халкбастера, один из них вышел в продажу, один нет, а это будет третий. Я очень хочу его купить, несмотря на то, что у меня много вопросов к этой модели, но все-таки пропустить такой набор мимо нельзя, и равнодушно к нему также остаться довольно тяжело. Оставляйте свое мнение о нем в комментариях, поддерживайте канал, подписывайтесь на него. Всем удачи, всем пока!